Добрый день, друзья! Сегодня у нас батл. Батл очень серьезный. Он будет между колоночками Edifier S2000 Pro и Edifier S1000DB. Это две новинки линейки Studio Edifier. Колоночки с усилителями класса DSB, ампингом, самое продвинутое решение, самая лучшая схема, самые мощные усилители, самые классные динамики, в частности в S2000 Pro. Планарные твиттеры, вы, наверное, различаете их на картинке, а в S1000 купольные. Внешние колонки очень похожи, и накладочки очень похожи, и корпуса одного примерно габарита, а вот чувствительность у них разная. Об этом всем мы говорили в обзорах, которые наш канал уже публиковал. Вот, например, в S2000 Pro чувствительность заявлена 600-700 мВ по входам, соответственно, а у S1000 900-700 мВ. То есть вот есть такая небольшая разница. Но у этих колонок есть продвинутые балансные входы для людей с серьезными картами. Впрочем, мою M0404 USB тоже можно было бы подключить по балансу, но я ее включил в демо-юнит, любезно предоставленный Edifier, представителями Edifier, для того, чтобы коммутировать наши с вами. В результате батла в конце мы сделаем выводы, какая же из этих систем лучше, чем они все-таки отличаются, чем обосновываться при выборе той или иной акустической системы. Запись будет вестись на измерительный микрофон Behringer ESM 8000. Каждый фрагмент трека будет воспроизводиться последовательно сначала на одной, потом другой колонке. Я их написал последовательно одинаковые. Коммутироваться будет с помощью вот этого устройства. На третьей кнопке у нас новые колонки S2000 Pro, а на первой кнопке у нас уже известные S1000DB. С них, пожалуй, начнем. Сейчас я дам команду, хлопну в ладоши для синхронизации записи, потом подложу этот трек, записанный на микрофон, в фильм. Что ж, начнем, друзья?
Друзья, батл закончился. Сейчас, друзья, я проведу эксперимент, покажу вам, как на максимальной громкости, какая разница между этими колонками. То есть я сделаю уровень сперва несколько тише, для того, чтобы не перегрузить тракт записи. И последовательно сначала на, пускай это будет на этих колонках, потом на этих, доведу уровень громкости на них до максимума. А здесь уровень будет низкий, поэтому это, ну, одинаково для обоих систем. Это позволит нам просто сравнить по максимальной громкости обе эти системы. Итак, начинаем. Начиная сперва, я понижаю общий уровень громкости. А теперь вывожу максимум, стало быть, S2000 Pro. Ее максимальный уровень. Теперь переключаю на эту систему и вывожу ее уровень громкости в максимум.
Итак, сейчас регуляторы обоих акустических систем находятся в максимуме. Посмотрим при равном поданном сигнале, насколько же отличается уровень громкости на одной и другой колонке. Сейчас мы слышим максимальную громкость от S1000, переключая в S2000. Ну, практически одинаково. Практически одинаково. Еще раз. 1000. 2000. Характер звучания несколько отличается. Возможно, это позволит вам сделать выбор в дальнейшем. О, прекрасные, прекрасные колонки. Тембры были выставлены, естественно, в среднее положение, не здесь фиксированные. Всякие улучшайзеры и схемы, в частности, в S2000 Pro есть 4 возможных пресета. Все это было выведено в нули, то есть в линейные уровни. И колонки соревновались именно своими акустическими возможностями. Вы услышали все, что я мог, я показал. Я считаю, что это топовые колонки линейки Edifier Studio сейчас, сделанные по самым последним технологиям, они классные. Их надо выбирать, наверное, то есть это, возможно, разница обусловит наличие или отсутствие балансных входов, еще каких-то интерфейсов подключения. Зато у этой, например, есть балансные входы, но нет IPTX Bluetooth, то есть можно выбирать, есть из чего выбрать. Вы, возможно, видели наши обзоры уже по поводу этих систем. Этот обзор, возможно, Battle добавит вам некоторые информации. Счастливо, ребята, было приятно провести с вами время. До следующих встреч, следующих обзоров.